Друзья, всем привет! Сегодня мы сажаем яблоню. Это яблоня сорт Спартан, двухлетка. Двухлетка, видите, она вымахала как. Мы ее обрезаем, вот оставляем скелетных три веточки небольших. Вот здесь вот мы ее, сейчас я попытаюсь ее отрезать. Ага, хорошо. Видите, смотрите, ствол зеленый, значит дерево живое. Если у вас ствол коричневый, обрезайте плоть. Вот смотрите, прививка, даже от прививки вот так можно обрезать. Главное, чтобы несколько почек осталось, пока не найдете вот такое зеленое основание. Эти ветки тоже укорачиваем. Остается вот такая вот у нас яблоня. Прежде чем ее посадить, убираем. Мы ее в сторону убираем. Вот так мы перед посадкой часа на два, можно меньше, ну где-то часа на два, может больше, замочили нашу посадочный материал. Здесь черешня, яблони, слива, груши, все стоит вот так вот замочено. После этого будем сажать. Выкопал яму, вообще надо 60 на 60, но это чуть больше получилось. Это ничего страшного. Грунт, покажи, Жень, грунт сверху чернозем, ниже идет вот такая глина. Туда кидаем всякий бой, это будет у нас дренаж. Вот сейчас всякие там бетон, кирпич, называется дренажная, вот у нас там система. После того, как накидаем вот этого боя, надо приготовить грунтосмесь. Для приготовления грунтосмеси это пепел из древесный, он, грубо говоря, натуральный. Высыпаем одну баночку вот такую майонезную. Потом берем суперфосфат гранулированный. Ну, примерно около стакана. Насыпаем его. И перегноем ведро. И это все будем смешивать с землей не снизу, а сверху, которая была, то есть черноземом. Это все готовим. Грунтосмесь называется. Тщательно перемешиваем это все. Приготовили грунтосмесь. И теперь насыпаем сантиметров 20 прямо на наш дренаж. Теперь мы 20 сантиметров примерно засыпали грунтосмеси и проливаем ее, чтобы у нас грунт осел более-менее. Друзья, после того, как пролили яму, насыпаем бугорок. Вот бугорок. На бугор будем ставить наше дерево. Маленький секрет теперь. Ложим жесть, ложим ржавые гвозди. Яблони любят железо. И вот эти гвозди, они когда будут ржаветь, будет выделяться железо. Это железо будет питать нашу яблоню. Если яблони у вас не плодоносят, подкопайте к ним старых и нужных ржавых гвоздей. Вот насыпали мы гвоздей. Поставили банку. И на банку вот так вот ставим наше дерево. Прививка вот она у нас вот здесь. Она должна быть выше, когда лунку уже вы закончите, она должна быть выше
уровня. Кидать. И прикапываем потихоньку нашу яблоньку. Яблонька должна на север смотреть. Яблонька должна на юг смотреть. Она, вот эта прививка, вот, она смотрит у нас вон туда на юг. Посадили мы яблоню, воткнули колышек с северной стороны. Теперь вот так утрясем ее, чтобы уселся грунт. Притрамбуем немножко. И хорошо польем. Подвяжем и побелим. Вот, друзья, уже вечер, посадили мы дерево, поливаем, побелили, подвязали. Подвязываем восьмеркой, чтобы не повредить почки. Белим снизу вверх, чтобы не повредить почки. Поливаем обильно, через неделю поливаем еще раз осенью. Весной поливаем каждые 10 дней. Всем спасибо, всем пока.